Внизу сандейр ловить. Как его ставлю, блядь? Ах. Ай-яй-яй, почти не получилось. Так, а чё ты не спанишься? Не могу. Блядь, здесь не могу. Блядь. Блядь, он мне не даёт спануться. Бля, Асма, ну мы с тобой старались. Направо, Асма. Бля, я лох! Обложу не просто. Вы серьезно, что ли? Вы, блядь, прыгнуть не могли! Вас, смотри, не может залезть. Меня в жопу какой-то чел толкал. Там он... Надо будет хоть сыграть, смотреть, что там нового. Он ударился, ты в нее всего один раз играл. Нет, нет, меня кто-то, меня выпали написано. Блять, каким нахуй образом ты, черт! Мог пошить и задержку. Опа, 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 опа! Нет, блядь, я не успел, серьезно. Да, блядь, я уже залетел на финиш, и я не успел. Тянусом нахуй зажал меня. Давай, графон, я держу их. Блядь. Все, я иду, я иду, я иду, я иду. Блядь, я держи его рандом. Своей жизнью пожертвовал. Бежать все-таки. Да ты не успел. Блин, зачем ты отдал мне место? Ну, блядь. Настоящий дружище. Ага. Просто ракета. В правую. Влево, влево получается. Да нет, ну что? Обе стороны. Вот это вы головы, конечно. Сок уже перепробовал. Ну, прикончим его лестницу. Да не, отличная идея, давай. Можно, давайте. Стой, отойди, отойди, Раду. Раду, вернись. Раду, вернись. Не хочу я убрать. Раду, мы тебя вылечим, мы тебя вылечим. Давай, давай, иди сюда, я вот сюда подойди. Чё не делаю? Аллах Акбар. Ты где, ебаный рот? О, нихуя. Бета-тест. Ты не знаешь, где лето? Посмотри на World of Warships. Здесь все кипит, раскаляется и просто горит. Да тут как на курорте. Солнце, море, воздух. Тир. Пинг-понг. Любишь кататься на банане? Это мелко. Катайся на линкорах. Любишь гонять с ветерком? Бери эсминец, врубай форсаж и твори, что хочешь. Все, что хочешь. World of Warships. Топи, зажигай, отдыхай. Да, может, не встает все. Может. Пизда, пацаны. Бля, я на H хотел нажать. Сейчас посмотрю, что с ним там. О, слышишь, Максим, а можем постарать тенты? Сторож, медикал. Да еба. В рот, парни, бегите! Я что это сделал? Блять, я скину эти гранаты, ебаный! Алексей, я даже не видел. А вот, блять! Как это вышло? Ну вот, получается, взял и меня просто так залил. А это Радуга так сделал? Да? Бля, я думал, будет смешно. Смешно, не смешно. Усата, пиздец, бля. Бля, ну он был прикол, бля. Стабилити 10% ситуации стабильно. По нам? Да не, пишу. Мы же андерковер. Добромать никол, добромать никол! Блядь! Пас яба, мэйби! Да, андеркау. Бля, ты посмотри, у него какие стволы. Блять! When I see you again. Надо спасти, блять. Доктор, доктор Миша, быстро сюда. Блять, оверт, оверт, пацаны, нам пизда, по-моему.
When I see you again. Короче, Максим, предлагаю тебе кататься, когда их подымут, подъезжаешь и забираем их сразу всех. Получается, мы твоего брата знаем. Блядь, это едут, блядь, кто это? Это мы, свои. Бля! А все. Не страшно тут стоит. Так, блядь, это чел сидит же нахуй, это разве наш? А это вроде, это мы на горе слева. Ты шо, блядь? А кто это? Охуеть. Это ж солдат ебучий сидел. Это Максим? Он же переодевался, сидел, блядь. Шо, блядь. Это был Максим. А что это за дуло в нашей тачке? Что это, котик? Интересуется происходящим. Возможно, его наушники заинтересовал изначально. Это карапузище лохматое. Я поставил. Поехали, все машины заложим. Бля, с нами реально обдула сидит какой-то, нахуй ты сюда сел чип. Я тоже не понял этого. Старый, на войну захотел? Нахуй его с Афганистана с собой взяли, блядь? Прикрытие. Ты посмотри, он поближе сел. Все, периметр, защищать. Стреляйте. Ой, на пизда, надо уезжать. Слезь, но быстро, времени нет. Сели все в машину, да? Блядь, не посол бы. Абдулла ушел, блядь. Все в машине? Нет. Абдулла, залезай быстрее, блядь. Залезай, старый. Дальше проедем. Я мать его ломаю. Кто раненый? С ракеты. Блядь, молчи. С ракеты ты можешь разговаривать, блядь, или нет? Абдулла чисто катается. Блядь, тачек подожди. Ёб твою. Все, уходим в лес. Уходим в лес. Надо бежать, надо бежать. Бросьте машину, уходим. Ох уж эти. Симуляторные игры. Мы бросили Абдулу, как вы могли. Абдула? Колёс нет. Пизда. Надо ранить пакет, пацаны. Ты рискуешь, что не бросили Абдулу. Я готов, я убегаю, блядь. С ракет треснет. Что-то едет. Абдула? Блядь, из линзы. Абдула, блядь! Я думал, их спасти приехал, а он убить решил. А я думаю, что это их ручная Абдулла. Все, летим, но короче, самокат, когда мы полный заряжен, он просто такое выдает. Пиздец, Серёга. Меня чартер разбивает. Да я вижу, блядь, что тебя чартер разбивает! Ты немножко опоздал. Ну нахуй, что мне сделать, блядь? Это пиздец, нахуй. Я нахуй не слепой. Ну... Передаю привет графону из будущего. Если братья опять позовут играть Left 4 Dead, подумай сначала три раза. Три раза, Мишаня, перед тем, как согласиться, чем это все может закончиться. Не сделай ошибку в следующий раз. Сорокет не доиграл из Z. Ой, блядь, не, ну Славик. Сорокет не доиграл из Z. Всех не забанишь, так. Сорокет не доиграл из Z. Выходите по одному. Сорокет все нормально сделал, чем вы будете, суки. Сорокет не доиграл из Z. Сорокет молодец, всех переиграл, не бань, пожалуйста. Сорокет не доиграл из Z. Сорокет токсик, ну я потрачу. Сокракет рили не доиграл. Сорокет не доиграл из Z. И Z сорокет не доиграл из Z. Сорокет не доиграл. Сорокет не доиграл из Z. По факту не доиграл. Сорокет не доиграл. Сорокет что-то как-то слабо. Слава Украине. Слабовато. Сорокет не доиграл. Сорокет не доиграл. Я проиграл. Не доиграл тогда. Блять, я даже там, понимаешь, я не вижу, куда стрелять нахуй. Так, ладно, давай я побежал, попробую. И уехал труп. Хал, да? Хоть что-то, что я знаю. А что-то с нами никого не было. Мужики, бля, я ног не пиздал. Разбился? Да, ну его ног на лестнице, блядь. Да, лестница.
он попадает даже. Я завалил. Я тебя сожру. Че-че? Я тебя сожру. Старый, вот здесь, там оружие есть этой хуйни. Нормальное. CSP. Тише, SCP. Вот здесь, на потолке. Блять, он повелся на это. Все, один сдох, да? Сколько там коробок? Рады, порадуй. Не знаю, у меня заставка. А ты нажми Г и посмотри. Не надо. Бля. Бля. Блядь! Ебать, мужики! Чё? Блядь, ну вы как бы не шутите так, ну человек шуток не понимает. Продумывать все сгибы и складки одежды. Правильно смоделировать физику ткани зачем? Переводим камеру на что-нибудь более интересное. Блять. Даже вполне объяснимое. Увидели за перезарядку? Он, блядь, выкинул МП5 и достал из кармана другую. Блядь, что? Держись, блядь! Сука! Я второй пройду. О, пиздец. Это похуй, тут просто... Я пробежал, тут там просто, блядь, по центру даже не нужно бежать. Блядь! Сгорает. Вы когда встаете, вы как член, аккуратненько, понятно? Больно же, когда быстро все это делаете. Окей. Спасибо за просмотр, надеюсь, понравилось, было интересно. До скорой встречи.